Я набью себе татуировку только когда у меня будет 10 миллионов подписчиков. Всем привет, друзья! И да, наконец-то это новый влог. Я так давно уже не был с вами, и есть много всего, что можно рассказать. Добро пожаловать в мой день, в мои дни. Не знаю, сколько их будет, но поехали. Мы тут договорились встретиться с Машей покушать. Это, кстати, место, где я снимал клип «Пикируем». Но, как оказалось, тут сейчас какое-то мероприятие, и, короче, куча людей. Звонит любимый. Да, Маш. Как тебе вот обсуждение вот съемок? Хорошо. Это не такой сценарий, который прям вот так и все. А сейчас мы снимаем 24 часа челлендж в офисе YouTube. Мы сейчас снимали мое видео «Музыкальный отель». Если не смотрели, посмотрите. Вот оно. Ссылочка будет в описании. Как обычно говорят. О, Янго. Янго, привет. Можно поиграть. У нас сегодня эксклюзивное предложение для пар. Мини-бар. Туда входит мини-бар. I want you. Stay with me. Как заставить Машу петь? Просто начать петь какую-нибудь песню, которую она знает. Сейчас выступает Герман. И сейчас выхожу я. Какие у вас сейчас ощущения? У меня сейчас все внутри переворачивается, потому что всегда, когда я вижу вас, особенно аудитория, А еще очень-очень громкие, прям вообще. Я набью себе татуировку только когда у меня будет 10 миллионов подписчиков. И, конечно же, это была шутка. Шутка, но все может быть. Да, так что вообще я против татуировок, честно. Ну, я боюсь. Спасибо вам большое, вы лучшие, правда. Я очень рада вас видеть. Руки, я снимаю. Держи, продолжай, я круто снял. Вы можете нас тоже спасибо добавить. Отметьте нас в своем видео. Мы очень хотим быть популярными. Катя Рубина, Руслан Костов, пожалуйста, добавьте нас. Хорошо. Мы... Молодец. Это очень красивый пляж. Чисто вставочка из Одессы. Я не буду тут снимать влог. Я просто хотел показать вам пляж. Маша тут фотографируется. И здесь очень красиво. Прям супер-супер. Мы тут собрались. Решили снять видео. Ну, на YouTube. GoPro не было, пришлось Ронин взять. Да, пришлось как бы немножко подзапариться. А кого у тебя лучше всего получается изображать? Мне? Да. Не знаю. У меня сейчас голос подсевший. Давай Оптимуса Прайм. Давай. Я Оптимус Прайм. Автоботы, быстро подписались на канал. Обычный завтрак видеоблогеров. Мы так и не поспорили за сухарик. Алена? Так, мне кажется, тут стыд какой-то, смотрите. Это очень стыдно. Идем. Можно ли тоже? Да. Мы тоже попадем? Да? Все, подумай. Ты бесишь всех. Представьтесь, пожалуйста, молодой человек. Я актер. Что за актер? Одесская опера. Покажите кадр. Тащи, актеры. И как дела? А мы сейчас находимся на битве талантов. Маша почти готова. Да, Маш? Ты сегодня в жюри? И как тебе в жюри будет? Я уже с зубом, кстати. Да, ты с зубом? Ты вставлял? Ну, без зуба не вставлял. Нет, спасибо. Смотрите, какой у меня модный рюкзак. Сереже понравился. Очень красивый рюкзак. Это вот сцена проекта «Битва талантов». Ты будешь петь сейчас? Да. Где? Прямо в центре? Вот, смотри, тут даже экран. Место жюри. Настоящий кристалл. Сваровский. А вот это магическая люстра. Вот они, члены жюри. Счастье было.
Блин, а кто должен был напомнить взять камеру мне? Блин, а? Солик мой тоже. Почему? Ну ты, получается, забыла камеру? Или я? Ты. Но кто напомнить должен был? Я. А почему не напомнила? Забыла. Бене. Ну посмотри сюда. Нет. Ну посмотри на меня. Ну посмотри на меня. Облегчение? Все, я все сделала, я сделала. Ты не сделала, это я сделала свою работу. Не забывайте подписываться на Настю Миани. Вот тут ссылочка в Инстаграм. Чтоб на тебя подписывались. Почему? Потому что мне надо учиться. Учись. Я еще не умею Гера. Научи меня, Гера. Я тебя научу. Я тебя не только такому научу. Да иди ты нафиг. Я тебя еще не только разговаривать научу. Я еще научусь. В футбол играть? У тебя же Кубок Конфедерации. Серёж. Знаешь, как меня в детстве называли? Как? У меня, ну, я очень часто отдыхал в пионерлагерях, меня там называли слоник. А еще почему слоник? Потому что ушки вот такие. Сереж, с днем рождения! Спасибо огромное. И вас годовщина пятая. Мы только что играли в игру автоматы с Машей, ну, когда танцуешь, знаете, да, нажимаешь на полу. И у Маши было 8 тысяч счет, 6 тысяч. А у меня сколько? 80 тысяч. А сейчас мы приехали к Лене Шейдин и сделать ей сюрприз. Она даже не знает. Это плохо, это плохие сюрпризы. Плохие сюрпризы. А мы вот сейчас встретились с Женей, и сейчас она нам проведет экскурсию, да? Да. В связи с тем, что здесь очень много народу, все хотят говорить. Собраны фотографии Лены, они самые яркие, типа такие. Вот это вообще очень крутая, мне это очень нравится. Обвязана веревка, которая тянется вверх. А, серьезно? Я думал фотошоп. И прямо это было. И на потолок прямо. Амир вот так вот лежал. А мне это друг мой лучший. И вот. Вот какой-то этот красочек. Черный песок. Блин, ребят. Здесь много-много нас. Кстати, телевизоры тоже должны работать, но не хватает, перебойник нужно нормально купить. Выключаются? Да, они выключаются через полчаса. Ну все равно, типа, они уже сломались. Ну, да. Бинет, у тебя мальчик или девочка. Только в Москву переехал, уже родила. Знаете, где мы находимся? Мы находимся в Советной Радуге. Всем пока! На следующий день!